Что вы слышите? Кого еще?
Воробья. Воробья. Бабочку. 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 Домик. И домик хорошо. И домик. И домик. Вон бабочка. С крылечком домик. С крылечком обязательно, с крылечком нарисуем домик. И сапожком. И сапожком еще? Да. С трубой? Да. Или с дымом. Хорошо, и с дыбом. Все? Да. Готово? Да. Ступеньки. Все готово. Вот, ребятки, посмотрите, мы оживили волшебный экран. А теперь давайте все картинки объединим в единый сюжет, и у нас получится настоящая сказка. Получится, я возьму волшебную палочку, чтобы она помогала, да? Так, ну, с чего мы начнем, Катя? Кот шел фей. А как, с каких слов начинается? Жил-был кот. А давайте его назовем как-нибудь. Музик. Вася. Вася. Музик, давайте, раз девочки захотели, да? Ну да, тоже хоть это же. Жил-был музик, пошел он фей. А у феи были девочка и мальчик. Девочка и мальчик. А что? Мальчик Женя? А девочка Катя. А девочку Лиза. Хорошо. А что они там делали, Дашенька? Они там в лесу забрелись. Да. Увидели бабу-ягу. Иди, Максим, покажи. Увидели избушку на кольях. Я сказала ей, не ходите в лес. Там баба-яга жила на кольях. В избушке. Так, дальше кто нам расскажет? Кто еще? Максимка, что еще нам придумает? Потом они солнышко подсказало дорогу. А робот их донес, потому что было болото. И болото, робот через болото их донес. Хорошо, да. Еще что? Потом а голубей их унес на поляну бабочек. Пригласил на полянку бабочек. А что они могли на полянке сделать с бабочками? Бабочки привели. Бабочки поигрались и привели. И что мы скажем? Что-то скажет. А кто слушал, молодец. Замечательно. А кто слушал, зеленая гуляет. Точно. А кто запомнил всю сказку? Да Шуня, может, запомнила. Катя, кто запомнил? Максим запомнил? Я запомнил. Ну давай, Максимка. Давайте мальчику Максимку. Жили-были кот. Жил-был кот. А кого звали? Вася. Музик. Давайте Максим рассказывает. Он пошел к фее, а у феи было Женя и Катя. Лиза. Девочка Лиза. Фея сказала, не ходите в лес, потому что там баба-яга и домик на курьих ножках. Который уже живет, да? Потом они пошли, потом фея подсказала им дорогу полегче. А там они пришли на полянку с цветами. Они увидели солнышко и спросили дорогу. Они увидели болото, и робот им помог. Потом... Перенес их? Через болото... И встретили... Кого они встретили? Воробья. Угу. И потом воробей. Ну не потом, давайте встретили воробья, а воробей. А воробей привел к поляну, где всегда бабочки. Летают. А бабочки. И они с бабочками играли. Угу. Потом бабочки их привели домой. И вот как конец, а кто слушал, молодец. Слушал? А кто не слушал, зеленый. Соленый. Ребятки, посмотрите, фея радуется. Какие вы молодцы. А замечательная сказка.
вас получилось. А фея приглашает вас дальше путешествовать по своей сказке. Вы хотите? Да! Тогда давайте вставайте. Вставайте, и фея предлагает вам представить, как будто девочки превратились в фей красивых, а мальчики в очаровательных эльфов. Давайте, и легкий ветерок подхватил нас на свои и закружил. Ну как нас ветерок легкий закружил? Давайте покружимся вместе с ней. Легкий-легкий ветерок подхватил. Весенний. Чувствуете, какой легкий? Вам легко кружиться? Да. Молодцы, замечательно. Вот как покружились. О, здорово. А теперь давайте пойдем за феей. У феи к вам еще одна просьба, ребятки. Злой волшебник заколдовал ее любимую картину. И посмотрите, все краски с картины исчезли. Ничего не осталось. Какие-то предметы стали черными, а какие-то совсем исчезли. Как вы думаете, что осталось на картине черным? Солнышко и облачко. Облачко, наверное. А что, как вы думаете, что еще могло быть? Цветочки, полянка. Полянка с цветами. Подснежниками. Подснежники, раз это ясно, наверное. Да, подснежники, наверное. Ребятки, а мы можем помочь фее оживить картину? А как вы думаете, чем мы сможем ей помочь? Чем мы ее оживим? Мы можем сделать. А чем мы будем делать? Шерстью. Шерстью вы хотите? Да, шерсть. Давайте попробуем. Я сейчас возьму свою волшебную палочку. И я сейчас... Так, а чтобы шерстью сделать, нам надо шерсть. А у нас она есть? Есть. А где? Делали вчера. Так делали. А сейчас-то здесь нету у нас шерсти? Нету. Я сейчас взмахну волшебной палочкой. А вы знаете какие-нибудь волшебные слова? Да. Палочка. Колдуй, бабка, колдуй, дед. Колдуй серенький медведь. А давайте скажем такие слова. Раз, два, три. Мягкая, пушистая шерсть к нам в гости приди. Оп, смотрите-ка. И шерсть к нам в гости пришла. Пришла? Да. Да. А теперь, раз вы сказали, что мы будем с вами... Подождите. Раз мы с вами будем делать цветы из шерсти, расскажите мне... И фея, а как вы будете? Хорошо, а как вы будете это делать? Мы будем возьмем ножницы. Нет. Как? Ну-ка расскажите. Будем вытягивать. Вытягивать шерстку. Потом что ее? Как мы ее? Скручивать. Это что у нас получится? Лепестки. А у подснежника? Лепесточки. Лепесточки. Еще что нам надо будет сделать? Стебелек. Стебелек. Листики. А еще у вас цветочка есть? Лепесточки есть? А что у вас? Серединку. А серединку как вы будете? Желтенькая. Настригать будете? Да. А кто будет? Вот хорошо, солнышко будет. Ну давай, Варя, Варя, держи. А все цветочки? На полянке надо много-много цветочков. Максим, бери шерсть для цветов. Какие цветочки? Берите шерсть. Лепесточки, серединку. А вам что еще для работы, ребятки, надо? Ножницы. Ножницы, не забудьте, как мы ножницы носим. Будешь настригать, бери ножницы. Я тебя взяла. Вот, молодцы. Катя за Катю поухаживала. Садитесь. Максим, бери ножницы. Где? Во. Танечка, иди вот туда садись рядом. Танечка, как ножницы носим? Вот, Танечка. Вот, Данечка сюда, Максимка сюда, ну, Даня, садись. Хорошо? Вот, красиво сидит. Приступайте сразу. Приступайте. А ты какой еще шерсти не взял? Для цветочка. Для листочков. Девочка, а ты будешь наспегать или ты будешь цветочки делать? Давай ты там с Варей поделишься, а сам будешь цветочки делать, хорошо? Я не знаю, зачем. Не, настригать не надо. Вы же цветочки делаете. Это они солнышко делают, они настригают. А ты помнишь, как делать? Так, замечательно.
Замечательно. Угу. Вот кладили песточки. Ой, я не вижу.
Так, еще делайте, ребятки. Еще будет цветочек. Красный был. Ой, красиво, Катя. Очень. Можешь еще цветочек сделать? Сказочную атмосферу.
Цель моего занятия – это выкладывание картины из непряженной шерсти, с чем дети успешно справились. Задачи по образовательным областям. Первая задача – социально-коммуникативное развитие. Учить детей организованности и самостоятельности. Воспитывать эстетический вкус. Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками. Вторая задача – познавательное развитие. Развивать воображение и творческую активность детей. Формировать у детей первичные представления об объектах окружающего мира. Развивать чувство цветовосприятия. Третья задача – речевое развитие. Корректировать активный словарь детей с помощью лингвистических игр. Развивать связанную, грамматически правильную монологическую речь. Четвертая задача – художественно-эстетическое развитие. Учить детей экспериментировать с художественными материалами. Развивать самостоятельную творческую деятельность детей. По форме работы – это игровое, коррекционно-развивающее занятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому, прежде чем показать вам это занятие, с детьми была проведена большая предварительная работа. Мы читали сказки, разбирали их, учились сами придумывать сказки, много рисовали и отрабатывали навыки работы с шерстью. Детям нравится работать с шерстью. Многие из них говорят, что это их любимое занятие. Содержание занятия поструктурировано с учетом восприятия индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Использование сказочного сюжета поддерживало интерес детей на протяжении всего занятия. Но в сказке всегда есть проблема. Проблемная ситуация, которую нужно решить. Это явилось толчком для мотивации детей к дальнейшим действиям. Им необходимо помочь фее, весновее. При этом решить разнообразные задачи. Придумать сказку, выбрать материал, сделать картину. Эти шаги и способствовали поддержанию постоянного интереса. И параллельно решались развивающие задачи. Развитие восприятия, внимания, мышления, воображения. В занятиях подобного рода детям хочется участвовать, потому что они всегда видят практический результат своей работы, который они могут показать и родителям, и педагогам, и сверстникам. У детей это вызывает чувство гордости, успешности, повышается самооценка и познавательный интерес. Я стараюсь придерживаться занятий данной структуры, но при этом меняю и сюжет, и изобразительный материал. Уважаемые коллеги, вы можете с легкостью использовать в своей работе занятия подобного рода. При этом вы можете разнообразить их своими изюминками. Желаю успехов в вашем творческом деле. Здравствуйте, я Вороницкая Татьяна Владимировна. Работаю в муниципальном бюджетном образовательном дошкольном учреждении номер 16 компенсирующего вида города Кингисеппа. Хочу поделиться с вами своим опытом работы по системе художественного эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на примере обучения детей рисованию и традиционными техниками с использованием дидактических и лингвистических игр.